Первое упражнение, с которого мы начнем, на мышцы пресса, тем самым мы подготовим корсет к дальнейшей работе. Упражнение называется скручивание, работает как и верхняя часть пресса, так и нижняя. А каждое упражнение на мышцы пресса задействует всю мышцу целиком. Итак, сейчас мы сделаем скручивание. На выдохе поднимаемся. Слегка задерживаемся. Тут много вариантов. Можно руки вперед вытянуть. Тем самым мы усилим нагрузку. Можно взять блин в руки, чтобы было потяжелее. Вы можете заметить, что амплитуда движения у меня небольшая, буквально 15-20 сантиметров. Этого достаточно для того, чтобы хорошенько проработать мышцы пресса. То есть полностью я не поднимаюсь, я концентрирую свое внимание на мышцах пресса, дополнительно напрягая их во время пикового сокращения. Советую вам поработать в такой амплитуде движения. Также полная амплитуда у многих начинает побаливать спина. То есть люди начинают полностью напрягаться всем телом, и тем самым нагрузку переносят и на мышцы спины. Поэтому, по крайней мере, начать советую с небольшой амплитуды движения и обязательной концентрации в пиковом сокращении. Итак, мы сделали упражнение скручивания. В этом упражнении работают мышцы пресса, но большая нагрузка немного смещается к верхней части. Сейчас я покажу упражнение, называется оно подъем ног в положении лежа, где нагрузка смещается больше к нижней части мышц пресса. Это упражнение уже намного сложнее, чем вы видели до этого. Оно также хорошо прорабатывает полностью всю мышцу целиком. Я считаю, что эти два упражнения, этого достаточно для проработки мышц пресса. Вопреки такому частому мнению, что пресс нужно тренировать каждый день. А на самом деле это ошибка. Мышца пресса – это та же самая мышца, которой нужно время для восстановления, время для отдыха. Поэтому пресс каждый день тренировать не нужно. От этого быстрее вы свои кубики не увидите, так как учеными доказано, что локального жиросжигания не бывает. Жиросжигание происходит постепенно по всему организму. Поэтому тренируйте мышцы пресса 1-2 раза в неделю. Я считаю, что вот этих двух упражнений будет вполне достаточно.